Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Русская душа», с вами Марина. И у нас раннее утро. Все мои кошки проснулись, уже погулять сходили. Я сегодня аж в 5 утра проснулась. Уж не знаю почему. Галина, Веста, а, Веста, Истюша. Лиса, как вы можете видеть, у нас опять выпал снежок. Но так как на улице плюсовая температура, этот снежок сегодня и растает. Смотрите, смотрите, смотрите. Открою окно. Ой, о, красиво. Ну, сантиметров 5 снега выпало. На елочках красиво лежит. Сейчас фотографии сделаю. Как будто зима. Как будто зима. Даже на этой, на сетке на заборе лежит снег. Красиво. Галина, а почему я говорю, что у нас плюс тепло? Что все растает? Сейчас покажу. Сейчас. Сейчас. Ой, с дивана. А я уже позавтракала. Буду пить чай. И это покажу вам, видите, еще не очень светло на улице. Вот. Посмотрите на пол террасы, видите? Он мокрый, снег растаял. Сразу упал и растаял. Так что сегодня днем опять плюс обещали. Скоро вся эта красота белоснежная сойдет на нет. Как и не бывало. Вот так. А я, знаете, чем занимаюсь? Забралась попить чаю. У нас сгорел термопот. Ну, ему было уже много лет. Я даже не знаю, сколько точно. Лет, может быть, 7. Панасоника. Сейчас посмотрела, такие большие цены на него. Пока грею в чайнике воду, но человек, который привык к термопоту, он знает, что очень неудобно чайник, потому что в термопоте всегда горячая вода, всегда подогревается до нужной температуры. Это у меня Андрей, муж, порезал так пряник. Вкусный, кстати, пряник. Такой большой был. Наверное, тульский, не знаю какой. Чай хочу попить. Но позже. Так. Чем я занимаюсь? Я вам покажу, что я купила вчера в Леруа Мерлен. Ну, это не все, конечно. Я покажу только семена. Вот. Это мне, видите, здесь мой рабочий уголок с семенами. Но буквально на днях я уже перекочую со всеми этими коробочками, пакетиками уже в зимний сад, и у меня там будет уже рабочее место. И вот что я купила. Я хочу выращивать нынче в маленьких цветниках. Вот здесь, возле теплицы, анютины глазки. В прошлом году у меня в них росли петунии. Вот я купила анютины глазки рококо микс с волнистыми краями. Несколько пакетов купила. Так, что еще? Это серия Мерлин, смесь F1, японская серия, фирма Саката. Петунии, они высотой кустики всего 25 сантиметров и хорошо кустятся. Эти петунии я посажу для ящиков. 10 дрожжей как раз. Вот я купила 2 пакета, как раз мне хватит. Для ящиков на террасу. Такие вот 2 пакета взяла. 20 кустиков. Ну, даже если не все 20 вырастут, это не страшно. Должно хватить. Вот, что еще? Перец сладкий, калифорнийское чудо. Купила аж целых 3 пакета. Мне соседка по поселку заказала вырастить для нее рассаду только калифорнийского чуда.
Вот буду я выращивать этот перец. Так что это не мне, это соседки. Так, один пакет бархатцев. Это тоже для цветника в огороде. Я люблю, когда у меня в огороде растут бархатцы. Здесь семян достаточно много. И как раз мне пакетика хватит. Может, еще останется даже. Так. Бархатцы. Теперь два гибрида баклажанов. Диамантов один и ромаев один. Ну и так, я еще про них почитаю по отзывам. Я просто, они недорогие, я взяла. Выберу еще. Я-то всего буду, наверное, куста 2 или 4 выращивать баклажана, но у меня уже есть заказы на рассаду. Так что вот, я выбрала раннеспелые гибриды. Но я так, в общем, и хотела раннеспелые. Купила я морковку. Такую морковь я в прошлом году тоже выращивала. Очень вкусная морковочка. Здесь написано средний-поздний тип гибрид моркови нанского типа. Рекомендуется для длительного хранения. Вот ее буду выращивать тоже. F1. Тоже фирма Саката. Да, Саката. Это японская фирма. Так. Ну, как я и собиралась. Докупила спаржевой фасоли. Вот, потому что схожесть у нее оставляет желать лучшего. Вот, мне нужно обязательно, чтобы у меня наросло фасоли побольше. Поэтому я и взяла целых 3 пакета. Еще и у меня в запасе была фасоль. Вот это у нас что? Герда желтенькая. Темно-зеленая нота. И журавушка. Так. Ой, простите. Так, вот мой любимый гибрид свеклы Комара F1, который я вырастила в прошлом году, и мне она очень-очень понравилась. Вот. И взяла еще на пробу второй пакетик Кордиал F1. Это японская тоже серия, а это французская. Вот эту буду выращивать 100%. А эту могу одну строчечку посадить, попробовать. Ну, кстати, семян немного. Так. Значит, свекла. Вот она, Комара и кордиал. Так. И вот еще. Так, это у меня чуть позже. Так. Вот еще эти пакетики с семенами. Аж 4 пакета у меня получилось. Вот этих анютиных глазок. Ну, потому что мне их много надо. Рассады. И взяла еще вот такой. Здесь 75 штук семян. Это тоже рококо. Но только другой фирмы Джонсонс. Вот. А еще я купила, положила в холодильник, потому что эти семена лучше держать в холодильнике. Вот этой же фирмы Джонсонс. Сейчас я вам покажу 2 пакетика семян. Так, ну, в холодильник мы заглядывать не будем. Смотрите, он пока на иску. Иса! Так. Они уже нагулялись. Иса вообще снег любит. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Это платикодон или ширококолокольчик. В нашей полосе он зимует. 200 семян. Это очень для меня много. Я с подружкой поделюсь. Куда мне столько семян? С ума сойти. Вот они. И дельфиниум. Pacific Джинс. Ростом выше 2 метров. От 1,8 до 2,2. Я уже выращивала новозеландские, но это, по-моему, не новозеландские. Выращивала новозеландские гибриды, которые были выше 2 метров. Это было, конечно, грандиознейшее зрелище. И вот взяла вот эти. Здесь смесь окрасок, 100 семян. Ну, я уж не знаю, окраски тут не различу. И все 100 я, наверное, вырастить. Я выращивала около 40, по-моему, у меня было. Ну, уже почти ничего не осталось. К сожалению, мои новозеландцы как-то
несколько лет поросли и потихоньку начали один, другой, третий, и зимы не вышли, либо летом пропали. Нет, осталось несколько штук на даче. Один здесь у меня растет такой фиолетовый. И вот я хочу вырастить снова. И взяла вот, ну, какой увидела посеянную. Думаю, ну, для чего так много семян фасует? Мне бы 10 семян хватило выше крыши. Ну, тоже поделюсь с подружкой, пусть она тоже попробует вырастить. И вот, и выращу сама. Ну, может быть, я не знаю, лишние будут. Может, с соседками поделюсь потом. Вот, и вы представляете, как здорово они к каждому пакетику приклеивают вот такую бирочку. То есть ты... Если семена выращиваешь, то можешь вот этой бирочкой отметить свои посадки. Вот видите, здесь тоже бирочка. Вот здесь, кстати, не раз я сталкивалась, встречалась с такими бирочками на пакетиках семян. Это очень удобно. Это здорово вообще, что там делают. Вот. Ну вот, буду сеять, посмотрим и сравню. Отдельно в отдельные плошки посею вот этот Джонсонс. Да, и вот этот, это же, в принципе, считается, что, видимо, рококо, что это рококо, что это рококо. То есть, как бы, сорт один. Вот посмотрим, чего, как, какая будет схожесть, как вырастет из разных серий семена. Ой, как много у этой виолы. Наше достижение. Агропак. Дали сколько медалей. Так. Ну вот. Мне осталось купить цветную капусту. И вот вроде бы все. Все остальное у меня есть. Я вам в прошлый раз не показала пакетик. Ну, сейчас не полезу там без цветных этикеток. Пакетики. У меня еще много укропа накуплено. Ну, крест-салат, шпинат. Вот это я выращиваю тоже. Шпинат каждый год выращиваю. Мы его любим. Вкуса особого в нем я и не понимаю, нет. Он полезный, я его использую в кулинарии. Вот такая красота. Я даже тортики со шпинатом пеку. Ну, довольно очень. Еще купили 50 литров грунта плодородного. Это для посева семян, для горшочков. У меня отдельно 100 куплено. И вермикулит для разрыхления почвы купили. Ну и там мини-теплички для рассады. Таблетки торфяные у меня есть. Кое-что я буду в торфяные таблетки сажать. Ну, посмотрим. Я вам все буду показывать. Я вообще люблю снимать свои огородные заботы. Вот у меня же есть еще вот эта петуния. Это у меня для высоких цветников. Это ампельная. Вот она. Вот. И здесь у нее еще вот эта штучка. Это мои семена. Я показывала. Тоже ампельные. Вот их тоже посею. Все это будет уже сеяться на следующей неделе. Я понимаю, что я припозднилась с некоторыми посевами. Особенно с луками. Но у меня все вырастет. Это вот даже буду не сомневаться. Все, как я сажаю и какой будет эффект, я все вам покажу. Вот. Но я желаю вам получить удовольствие, выбирая семена на стендах в садовых центрах. Потому что на самом деле прям вот этот пасьянс с красивыми пакетиками, даже сам перебирание этих пакетиков доставляет удовольствие. Шуршание семян там внутри. Красивые картинки. И желаю вам тоже этого удовольствия, правильно выбрать сорта. И будем вместе выращивать. Всего вам доброго. Заходите еще. С вами была Марина на канале «Русская душа».